У камернай залі прыхільнікі творчасці і сябры. У першым аддзяленні прагучаў цыкл Марка Мінкова «Плач гітары», а ў другім – музыка французскіх кампазітараў. Пра выкананне менавіта такога рэпертуару яна марыла, калі яшчэ навучалася ў кансерваторыі. Я его исполняю впервые в своей жизни и надеюсь, что эта музыка также понравится нашей публике, как она нравится мне. Готовлюсь всегда недолго, потому что во время подготовки ты начинаешь уставать и уже не хочешь ничего делать. Поэтому я стараюсь в сжатые сроки готовить программу, и я выступаю режиссером концерта. Я думаю, что надо все делать быстро, потому что время идет, 21 век, и надо за ним успевать. У Вялікім тэатры Аксана Волкава працуе на працягу 19 сезонаў. Дарэчы, свой дыпломны спектакль «Вілліс і Фатум» яна ставіла менавіта на яго сцэне. Театр – это мой дом. Вот. Такие громкие слова, но это правда, потому что те ребята, с которыми мы пришли, уже превратились в больших мастеров. Это мои коллеги, мои однокурсники, друзья и все мы большая семья, которая очень дорожит своим домом, своим театром и тем, что наработано за эти годы, и не хотелось бы это потерять, а хотелось просто приумножить. У репертуары солистки Вялікава больш за 20 партий, а лишь и на гэтым сюрпризы от яе не заканчиваются. Зараз яна рыхтуецца до новых программ.